Посадочная, где определяется? Ну, вот откуда он взлетел. А, это по GPS-навигации? У меня 6 спутников. 6 спутников. А, их эксперимента, нихуя. Ну, как положено, с мигалочкой. Ну, самолет, может быть. Ну, да. А вы откуда? Мы с Украины. Ну, да. Здесь. Ну, да, сюда перевезли. А до этого где? До этого на Малиниках были. Ну, да, Малиниках. А что вас туда? А там школа, что там в интернате мы были. Да. Дети обратно учиться приезжают, и нас сюда. А сейчас отсюда куда? Ездим в Калугу работать. Ну, с работы. Ну а все, вот и дали, работать разрешили. Ну да, это... Ну сами искали. Делаешь, сами находишь. Шо мне, блин? Чего там? Плохо, да? Да херово. Да ну расхерячились там все. Разбомбили. Не, ну вот могли. Именно лично, вот конкретно наш, как было, как туда он, я еще целый. А вот полностью все вокруг, внимание, херово. И все к нашему городу со всех кругов приближаются. Ну, мы с Может, она останется целым. Ну, ничего не было вообще. Вот. Там... Областной центр разбомбили полностью. Потом... Весь город, можно сказать, у нас рядом. Живет. Он один, вот как это. Да, один и он живет на заводе. На Плющи. Ну, как вокруг города. Ну, там завод. Большущий завод, 18 километров. Металлургический. Химзавод ну, и медзавод. Химический, металлургический, коксохимический. Большой. Ну, вот и... телевизор смотрите вот здесь, да? Да, ну, мы не смотрим. Просто ну, то, что в российский правда, говорят, да, про более правдиво, чем украинский. Украинские вообще врут, как хотят. Фух. А это так всегда и было. Если, вот, допустим, в России что-то плохое творится, да. Российские новости редко когда правду скажут по российским новостям. Да, а Украина, может, там и скажет. А вот если, допустим, в Украине Россия правду говорит. Ну, давайте, а у вас там хоть условия нормальные? Да, ну, спать ездить кормят и нормально. Отопление включают. Включают. Там же это детский, ну как, летний лагерь. Ну да, лагеря. Летний детский лагерь, да. А потом вот, через месяц нас увезут. Еще там а куда? Сирена с другое место куда-то зимний перевезут. Тут это поближе. Да. Ну ясно. Ну ладно, удачи вам снимать. Давайте, устраивайтесь нормально.